Я не люблю слово «жертва». Я не люблю слово «жертва», но есть в войне агрессоры и есть жертва. Есть тот, кто начинает войну и заходит на территорию другого государства. На твою территорию пришел агрессор. Мирный план не может готовить агрессор. Готовят те, кто пострадал. Война на нашей земле, поэтому формула мира может быть только наша. Теперь, что касается диалога. И он очень нужен с теми государствами, которые хотят быть привлеченными к этому процессу. Я очень заинтересован, чтобы свои инициативы страны привносили, но на наш базис, на нашу платформу. Я не говорю, что она окончательная, потому что это и есть дипломатия. Если ты разговариваешь не ракетами, как Россия, ты разговариваешь словами. И это нормально, когда люди с других континентов не стоят в стороне, а хотят присоединиться для того, чтобы закончить войну. Они должны давать свои инициативы. Я имею в виду, они имеют полное право, и мы благодарны, если они придут к нам, не навязывая, а предлагая. И это и есть диалог. И тут может быть любая страна, кроме страны-агрессора.